чем дело? А, уже чую. Вот моя благодарность и твоя награда за старание. Ну, бывай. Служите городу. Присоединяйтесь к Красной Руке. Приветствую тебя. Мне удалось выжить. Прощай. Что такое? Снова дурные. Одно только название знать. Пираты обложились с четырех сторон и все забрали. Красная Рука и пальцем не пошевелит ради защиты гаража. Пираты разграбили мое жилище. И рабы ушли один за другим. Теперь они ошиваются с пиратами в квартале знати. И разбазаривают мои фамильные... Да, ты отыщешь их и накажешь. Но бойся стражников Красной Руки. Они оберегают пиратов в лагере к югу отсюда. Убей их за то. Прощай. Все прошения о встречах с родственниками, арестованными для допроса, должны направляться вышестоящим представителям Красной Руки. Ah!
Что такое? Снова дело сделано? Будут знать, как бегать от меня. А ты за хорошую работу. До свидания. Приветствую. Мне не нравится все, что делает этот ублюдок Стром. Тебе доводилось слышать рассказы о том, что он делает в подземельях? Ха, я, может, и торговец, но у меня есть образование. Я знаю, что Торташ стоит на руинах мертвого города. Подземелья раньше принадлежали ахеронцам. Я не всегда был торговцем. Было время, когда я пытался творить заклинания и изучать оккультные науки. Ох. Это оказалось не по мне. Мне известно лишь то, что я видел во сне. Убей их всех. Да помогут тебе боги. Тебе нужны услуги хорошего писца? Что ж, здравствуй. Боюсь, в настоящий момент я жду доставки хороших перьев. Но если... Нет, с нею никогда не бывает проблем. Во всем виноваты мои амбиции. Я слишком быстро перевожу перья, так как частенько выполняю заказы для богатых торговцев в Тартаже. Здесь, на Барахских островах, не часто удается найти действительно хорошее перо. Но, говорят, есть. Я ценю это, добрый человек. Это старый... Я желаю тебе удачи, для чего бы она тебе... Что стряслось? Меня зовут Бартолома. Несколько недель. Я пожалел его после того, как он рассказал мне о своем побеге из Зингары и желании побольше узнать. Он почти наверняка попал в обычную для него передрягу. Я, разумеется, буду... Прощай.
чем дело? Превосходно. И как я обещал, вот то, что я нашел. Что ж, прощай. Thank you.
Thank you.
И что же заставило тебя пожаловать в эти свирепые деревья, правда? Я уверен, там... Берегись, пиктов!
Вовсе нет. Просто слегка выпил, чтобы отогнать страх. Собирался изловить пару-тройку морских крокодилов, если не шут. Прощай. Вот и ты. Да, нужно. Я ведь множество. Да. Удачи, друг. Не бойся чародейства. Его можно побороть. Да, в чем дело? Хочешь, расскажу тебе одну из... Нет. Это история о подлости и смерти. В Тартар. Знаешь старую гробницу на острове Белых Песков? Да, как было... Я запомню твою лицо. Кто ты? Чего тебе надо? Прекрати свои лживые речи. Никакая я не нищенка. Я стала такой только потому, что от меня отвернулась удача, а не потому, что виновата в этом сама. Не всего. Я пляшу в таверне, пей гуляй. За медные гроши потешаю грязных пиратов. Прошлой ночью я упала со стола, сломав при этом нос одному человеку. Он гнался за мной аж до самых подземелий. Какие-то твари убили его там. Сама я была пьяна, и когда убегала, упала и потеряла коробочку с лотосом. Последнее мое достояние. Теперь я боюсь туда возвращаться. Кто ты? Чего? Прекрати свой всего. Думаешь пожалеть бедную женщину, да? Я вбежала в подземелье со стороны порта, под крепостью Строма. Коробочку с лотосом я уронила в зале, что хвала богам. Я было подумала, что мне конец. Thank you.
Ах!